Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами Дмитрий Солодин. Вы находитесь на канале, который посвящен инвестициям и трейдингу, экономике и политике. Сегодня немножко такая политическая новость. Я не понял, как мне ее внедрить в мои стандартные форматы. Это не про акции, вроде бы как, и не совсем про макроэкономику, но с ней связано. У нас предвыборный период в США. В ноябре у нас будут выборы, и новости поступают. И, честно говоря, есть некоторые опасения у инвесторов, что будет после выборов, какие предвыборные программы у кандидатов, что это, как это может повлиять на инвесторов и так далее. Вот сегодня как раз из этой области новость. Давайте я ее буду читать и параллельно давать свой комментарий. Итак, на этой неделе произошло важное событие. Американские избиратели наконец-то получили от кандидатов хоть какое-то описание планов их будущей борьбы с инфляцией. С инфляцией, да, то есть оба кандидата высказались по этому поводу, а инфляция, согласно опросам, это одна из самых серьезных проблем, которые беспокоят американцев. Казалось бы, вот меня многие прикают, Дмитрий, да что ж там, инфляция-то у вас уже 3%, 2%, действительно, ну почему же она так влияет на мнение американцев, почему же она является такой важной проблемой? Мне кажется, все-таки ее считают неправильно, и реальная инфляция, по крайней мере, вот ощущение инфляции, оно, наверное, другое немножко, но это мое личное мнение. И Трамп, и Харрис на этой неделе стремились продемонстрировать, что у них есть заслуживающее доверие предложение по сдерживанию инфляции. Их планы были более амбициозными, чем детальными, но, тем не менее, давайте рассмотрим их. Харрис призвала к активному использованию государственной власти для вмешательства в рынки. Это нам важно, согласитесь, да? То есть госрегулирование повисло над нашей территорией, территорией инвесторов. Харрис призвала к активному использованию государственной власти для вмешательства в рынки и к новой налоговой политике для достижения социальных целей, во многих случаях идущей дальше, чем президент Байден. То есть Камела заявляет, что мы будем более социально ориентированным государством, чем даже при Байдене. Хотя я не увидел особой социальной ориентированности при Байдене, если честно, кроме некоторых элементов, но окей. В переводе на русский она планирует больше вмешиваться в рынок и поднять налоги для увеличения социальных программ. И вот какие именно налоги поднимет, если она хочет пойти дальше, чем Байден, это значит, у нас будет еще больше стимулирующих программ через бюджет, то есть бюджетирование так называемое. Напомню, кто не в курсе, сейчас в США 7% ВВП дефицит бюджета. Если она хочет пойти дальше, чем Байден, значит, скорее всего, можно ожидать от Камелы Харрис и еще большего дефицита бюджета. Вряд ли она сможет, с учетом того, что она наговорила, с учетом того, что она хочет предоставить гражданам, и дополнительные плюшки, вряд ли она сможет увеличить в таком же объеме доходы правительства, чтобы это все обеспечить. Скорее всего, это очередные политические игры, можно так сказать. А я бы сказал, это обыкновенный популизм, когда ты просто ради всего хорошего против всего плохого, но за чей счет? За счет долга. Да, то есть можно взять в долг кучу денег и построить, я не знаю, каждому по квартире, или как Жириновский обещал, каждому по жене и так далее. В общем, только вопрос, кто за это будут платить в итоге. В итоге за это будут платить будущие поколения, которые будут расхлебывать эту проблему с долгом, которая нарастает. Так вот, Харрис предполагает, видимо, пойти дальше, чем Байден, и в том числе в плане бюджетной политики, то есть увеличить дефицит бюджета, судя по тому, что я читаю. Продолжаем. Вице-президент предложила ввести новые федеральные законы по запрету ценового манипулирования продуктами питания и бакалеи, а также новые законы, которые будут удерживать корпорации от скупки односемейных домов и повышения арендной платы. Возможно, в рынке жилья это имеет смысл, но вот как ты будешь сдерживать цены на питание и бакалею, когда мы знаем, инвесторы, маржинальность в этом секторе так очень низкая? Буквально 2-3% максимум. То есть как ты будешь сдерживать растущую инфляцию? Ведь если бюджетирование пойдет дальше, чем Байден, при Харрис может увеличиться стимулирование спроса через бюджетное планирование, через бюджет, условно говоря, когда государство начнет уже деньги эти раздавать тем или иным способом. Это же увеличит инфляцию? Увеличит. При этом, если ты будешь сдерживать цены, значит, сети не могут справляться, не будут справляться с этими инфляционными процессами.
а значит, они уйдут в минус. Ты что, хочешь разорить свои сети продуктовые или там бакалейные? Я не знаю. Харрис будет решать проблему нехватки жилья налоговыми льготами на строительство домов для впервые покупающих жилье, а также ведет новые налоговые субсидии для новорожденных. Что такое ценовое манипулирование и за чей счет будет работать аттракцион невиданной щедрости, пока непонятно. В теории, конечно, за счет повышения налогов. Но на практике очевидно, что этого недостаточно будет. Потому что никто не позволит так, ну, на 8% от ВВП увеличить налоги. А именно такой дефицит бюджета сейчас имеется. То есть, чтобы восполнить текущие даже потребности, нужно увеличить доходную часть просто в разы на 2-2,5 триллиона долларов, что очень сложно в текущих условиях. Ну, бизнес просто не потянет. Кроме того, Харрис предложила фонд в размере 40 миллиардов долларов, чтобы помочь местным органам власти разработать инновационные планы для решения проблемы нехватки жилья. Это расширение аналогичного фонда в размере 20 миллиардов долларов, введенный Байденом. Куда делись эти 20 миллиардов, американцы так и не поняли, но, тем не менее, планируется еще увеличить в два раза. Кроме того, Харрис предлагает 25 тысяч долларов в качестве помощи на первоначальный взнос работающим семьям. Однако Харрис не обнародовала стоимость своих предложений и не предложила план, откуда возьмутся средства на их финансирование. Ребят, вот я уже на своем канале показывал вам графики, где назревает проблема нехватки спроса со стороны населения, то есть не хватает покупательской способности населения для покупки новых домов. То есть new home one single family, да, то есть односемейные новые дома, новостройки, они не распродаются сейчас, растут inventories, то есть запасы этих домов. И, видимо, кто-то из строителей пришел в администрацию и говорит, давайте как-то решать эту проблему, у нас не продаются дома, мы перестанем строить. И мы такие, окей, ну давайте тогда всем опять деньги раздадим, пускай односемейные дома будут распродаваться. Окей, они, наверное, эту проблему решат в моменте, но это увеличит долговую нагрузку многократно, потому что нужно прям впрямую субсидировать через бюджет эту сферу. Ну, в общем, некоторые ребята уже подсчитали, здесь вот картинка, вы увидите, насколько будут подняты налоги и так далее. То есть расчеты уже определенные есть. Итак, давайте вернемся к теме и теперь на другую сторону посмотрим, что же предлагает Трамп. Трамп, напротив, заявил, что снизит цены за счет уменьшения роли правительства в экономике, пообещав отменить регулирование в энергетике и других неуказанных отраслях, а также сократить налоги. Кроме того, Трамп продолжает продвигать идею поддержки внутреннего производства США, America Great Again, и обещает использовать президентские полномочия для введения пошлин, заявив, что он введет ставки на импорт до 20% по сравнению с более ранним предложением в 10%. То есть протекционизм и ослабление регулирования, то есть он такой прям жесткий капиталист, но с национальным лицом. Если те капиталисты, они глобальные, то этот капиталист такой национальный. Вот в чем разница между этими ребятами. Но оба капиталиста, если что. Ну и вот очень важный момент. Что же такое за изменить, отменить регулирование в энергетике? Если кто не знает, что в США сейчас действуют определенные меры по поддержке, например, компаний, которые, по сути, способствуют zero emission, да, то есть нулевым выбросам. Например, компания Tesla получает большие субсидии от правительства за то, что они их автомобили не выбрасывают и, соответственно, поощряются. Каким образом? В том числе и компания Tesla продает эти квоты своим конкурентам, буквально. Это компания там Ford, General Motors, и получает за это большие барыши. Вот господин Трамп хочет отменить это регулирование, и таким образом это может снизить, кстати, доходность компании Tesla. Если кто-то держит Tesla, для вас это важная информация. Ну и, соответственно, уравнять в правах такие компании, как там Ford, General Motors и компанию Tesla. Потому что сейчас у Tesla есть определенные юридические преимущества, фискальные преимущества. Давайте же почитаем некоторых критиков данных проектов, от экономистов, естественно. Предложение Харри соответствует убеждению многих простых американцев, что корпоративная жадность усилила рост цен
последние годы. Но большинство профессиональных экономистов не придают большого значения этой идее, приписывая инфляцию влиянию правительств по всему миру, которые наводнили свою экономику мерами стимулирования после вспышки COVID-19. Я уже говорил о тех самых пакетах, ну и все знают о них, собственно говоря, 3,5 триллиона, потом, по-моему, 1,3 триллиона, ну, короче, 5 триллионов кинули. Это что, это делают Walmart, что ли, да, эти деньги, 5 триллионов кинул? Или кто? Кто это сделал, да? Помните, такой сериал у нас был? Вот примерно про это мы идем речь. То есть остается неясным, как именно будет работать предлагаемый Харрисом запрет на ценовое манипулирование. Кроме того, это термин, не имеющий четкого определения. Ну вот, собственно говоря, что такое ценовое манипулирование? Когда у тебя есть монополия, ты можешь, в принципе, не то что манипулировать ценам, а устанавливать цену. Это логично. Но когда здесь речь заходит о сетях продуктов питания, об Экалее, ну, насколько я знаю, в США нет такой монополии. Есть несколько крупных сетей, есть несколько сотен, даже тысяч компаний крупных, которые занимаются производством свинины, поставкой свинины или там мяса, кто-то там горошком занимается, у кого-то сеть, ну да, есть Walmart. Но можно назвать ли Walmart монополистом в американском рынке? Ну, наверное, нет. Потому что всегда есть альтернативы. Ты можешь пойти в Costco, ты можешь пойти в другие сети, помельче, там, Dollar, General Dollar. Там их много, на самом деле. Target. Ну, то есть, нельзя сказать, что Walmart, да, это крупная сеть. Но это не монополист. И он не может в одностороннем... Если Walmart установит, повышает цены в одностороннем порядке, он теряет свое преимущество. Более того, мы уже рассматривали это много раз. Во время инфляционного шока в 2022-2023 годах многие компании жаловались, что им пришлось для того, чтобы выдерживать конкуренцию, держать цены на одном уровне, при этом испытывая на себе давление инфляционных издержек. То есть, если ты повысишь цены, все поедут в тот же самый Костко, и ты потеряешь клиента. И для этого им приходилось удерживать на цены ниже, чем они должны были быть с учетом этих издержек, а то они растут. И там компании отчитывались как раз с негативными отчетами. То есть, я не вижу здесь на самом деле манипулирования. А с учетом того, если по всему сектору посмотреть вот эту маржинальность, нельзя сказать, что они прям, эти капиталисты, вот именно в этой сфере наживаются на бедных крестьянах, условно говоря, и задирают цены вверх. Ну, просто реально там 2-2,5-3% нет-маржин. Ну, не выглядит это как сверхприбыли. Есть сверхприбыльные сектора, там типа consumer discretionary, да, то есть, например, там кто-то продает сумки, там типа как Louis Vuitton или еще кто-то, да, там уже больше 10%, больше 15% бывает маржа. И можно их в чем-то обвинять. Опять-таки, ну, Louis Vuitton — это же не продукт массового потребления. Ты можешь от него отказаться, да? То есть это не обязательная штука. А вот такие вещи, как продукт питания Бакалея, там все очень плотненько, очень плотная конкуренция, и никто не даст манипулировать. И здесь, когда Харрис говорит, что мы здесь зарегулируем, это просто, ну, понимаете, это обычный популизм. Потому что ты, по сути, зарегулируешь то, что и так рынком неплохо регулируется самостоятельно, без вмешательства центрального регулятора. А вот что надо зарегулировать, какие-то сферы, о них Харрис не говорит. Ну, например, медицинское страхование. Вот в этой сфере прям надо зарегулировать, и много чего. Там такая дичь творится, что вы даже... Ну, если я начну копаться в этом, можно, кстати, напишите в комментариях, если надо, я покопаюсь. И сделаем отдельный спешл по этой теме. Но там прям дичь творится, реально. И вот там надо зарегулировать. Но она ни слова об этом не говорит. Она наехала на Бакалею, блин, на бедную. Ну, энергетику, это понятно со стороны Трампа, потому что, ну, энергетические компании лоббируют интересы свои через Трампа, через республиканцев. Это уже классическая тема, это давно так происходит, поэтому это нормально, нормальный процесс. А, кстати, про медицину. Камела Харрис об этом говорила. Она говорит, давайте спишем долги перед медицинским сектором со стороны граждан. То есть, условно говоря, опять-таки, есть какие-то кислые долги, скажем так, есть такие безнадежные долги, которые уже невозможно списать. Ну, например, человек не платежеспособен, а ему выставили счет, там, не знаю, на 30 тысяч долларов. И, видимо, страховые компании или там компании здравоохранения лоббируют свои интересы. А давайте такую идею. Мы типа сейчас вот всем вам благо сделаем, спишем вам долги. Только списание-то за чей счет будет происходить? Очевидно, что кто-то должен возместить этот ущерб этим компаниям. Это будет происходить через бюджет, через правительство. Опять-таки, правительство выплатит за них, за людей эти деньги. Взяв деньги в долг всего мира, получается, опять-таки, да?
И потом платить за этот долг опять-таки предстоит этим гражданам. Но компания не получит эти убытки, они опять в шоколаде. То есть компаниям все зашибись. Все проблемы остаются людям. Итак, какой только промежуточный итог из этой информации нам нужно уяснить? Да? То есть что мы, какой вывод должны сделать как инвесторы? Ну, лично я здесь буду голосовать ногами, я буду немножко подальше держаться от вот этих самых розничных сетей, которые по ходу назначат козлом отпущения. Их обвинят в том, что они как раз являются источниками вот этой инфляции и всего зла в США. Их начнут там дербанить. Возможно, есть также и некоторые наезды на технологические компании. Например, тот же Google. Недавно был суд, который постановил, что компания Google является все-таки монополией, ее могут расчленить. Но здесь я сильно не переживаю, потому что история подобных расчленений обычно приводила в итоге к росту капитализации этой компании. Вначале она падает, капитализация, потому что это ой-ой-ой, все плохо, все расчленяют. Но потом инвесторы, то есть люди, которые владели акциями этой компании первоначальной, получают акции новых компаний, те раздуваются опять-таки до новых мультипликаторов, и они даже в итоге в плюсе остаются. Ну, так это исторически так происходило. Так было с Standard Oil, так было с другими компаниями. Поэтому здесь сильно переживать не стоит, но вначале какой-то провал может быть в котировках, потому что это будет повод, те, кто не согласен с таким разделением, расчленением, будет повод для сброса акций, для распродажи. То есть какой-то эффект распродажи здесь, наверное, будет. Окей, ну я вот несколько заметок и по Трампу тоже для себя написал. Вот есть вопросы и к Трампу. Если еще снизить налоги, а в прошлый раз он уже их снижал, то где взять деньги на соцпрограммы? Про снижение расходов на соцпрограммы Трамп нигде не говорил. То есть он хочет сохранить эти социальные программы, но снизить налоги. Вопрос. А где будут деньги брать? Но опять-таки долг будет расти, ребята. При любых раскладах, получается, у нас долг будет расти. Ну, собственно говоря, когда у нас растет долг, у нас получается и эмиссия обычно растет, то это и есть источник инфляции. То есть цены продолжат расти. Наверное, будет какой-то инфляционный скачок новый после выборов, скорее всего. Также непонятно с пошлинами на импорт. Пошлины, значит, более высокие цены для покупателей. Логично, нет? США – страна потребления, и в ее структуре импорт превышает экспорт. То есть чистый приток импорта выше. И, соответственно, если ты ставишь пошлины на импорт, ты хочешь, конечно, его заменить на внутреннее производство, но это же в самом начале не происходит, а происходит просто увеличение стоимости этих продуктов. Вот ровно на эту пошлину она увеличится. То есть это, опять-таки, новый источник инфляции. Да, потом это может, конечно, выровнять за счет внутреннего производства, но а если этого не произойдет? Потому что внутреннее производство может быть неэффективным. Кто-то посчитает и подумает, блин, ну да даже на 20% повышение стоимости на эти товары, это все равно выгоднее, чем я буду покупать товар здесь, потому что он будет на 100% дороже, например. Потому что здесь рабочая сила дороже, здесь бюрократия другая и так далее, и так далее, и так далее. Какие-то сектора, конечно, импортозаместятся, скажем так, очевидно. Но не все, очевидно, что не все. Поэтому здесь, в любом случае, в какой-то структуре, в структуре общего потребления импорта, в любом случае, какое-то будет повышение стоимости, а значит, это и есть инфляция. Рост цен – это и есть инфляция. Но смотрите, как оценивает Deutsche Bank. Он оценивает предложенный Трампом тариф в размере 60% на импорт из Китая и 10% всеобщий тариф поднимут потребительские цены на где-то 1,5% примерно. Трамп и его советники отвергают идею о том, что его тарифы навредят потребителям, представляя эти усилия как попытку защитить американскую промышленность. Ну что по итогу? У нас к власти придет какой-то популист, очевидно. Потому что оба популиста, и кто-то из них будет президентом, и значит, нам надо уже делать выводы какие-то. Оба примерно, наверное, знают, в каждой команде наверняка есть грамотные экономисты, они знают, как бороться с инфляцией. Это затягивание поясов, да, снижение доступа к ликвидности и так далее. То есть вот именно этим сейчас, собственно говоря, занимается господин Пауэлл. Но параллельно с этим у нас происходит бюджетное раздувание вот этого спроса. Оно, скорее всего, будет усиливаться после выборов. И мы, скорее всего, столкнемся с новым ростом, новым витком роста долга, с новым витком эмиссий. И это приведет к росту цен. Значит,
в скором времени у нас опять начнется цикл повышения ставок, чтобы бороться с этой новой инфляцией. Все продолжится в том же виде, в том, в котором мы имеем сейчас. Но мне кажется, на каждом этапе эта проблема будет только усугубляться. И самый важный вопрос, ну почему же они не будут бороться с инфляцией? Почему они не будут бороться с этой проблемой? Ответ очевидный, потому что иначе их не выберут. Просто они все живут одним президентским циклом. Им нужно выбраться именно в этот цикл. И если ты не пообещаешь три короба за все хорошее против всего плохого, то тебя просто не выберут. Люди требуют конкретных вещей, а денег на это нет. И для этого нужно просто тогда взять в долг, раздувать долг. То есть эта проблема не решается никак и не будет решаться в ближайшей перспективе, а значит она только усугубится, к сожалению. Надеюсь, данные комментарии вам были полезны. Подпишитесь на канал, если не подписаны. Я здесь говорю про экономику, политику, инвестиции и трейдинг. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.